На главной площади Одинцова гигантский флаг Российской Федерации в качестве главного атрибута патриотического флешмоба разворачивают уже второй год. Первый раз это происходило днем с участием байкеров из мотоклуба. В этом юбилейном для самого праздника году решили поступить оригинально. Полотно триколора напротив здания администрации развернули поздно вечером, в канун Дня России. Акция была проведена по инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова. Флешмобу дал известный российский певец Денис Майданов. Он поздравил собравшихся с праздником и предложил всем вместе исполнить главную песню нашей страны. Радовал тот факт, что все граждане знают наизусть слова гимна и исполняют его с чувством гордости и достоинства. Екатерина Старосветская, Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».